Курган 23 февраля присоединился к всероссийской спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно». В зимний день горожане обливались водой прямо на улице, у крыльца областной филармонии. Идея акции принадлежит спортивно-патриотическому клубу «Ярополк» из подмосковного Красногорска. В этом году к мероприятию подключились Архангельск, Симферополь, Чита, Ульяновск, Тюмень, Улан-Удэ. Наш город принял участие впервые. Организаторы подготовили для всех желающих состязания по гиревому спорту, армрестлингу, пауэрлифтингу, а для самых маленьких – зорницу. Суммарно во всех городах в празднике приняли участие свыше 1000 человек, в том числе порядка 250 в Кургане. Константин Сапунов, Екатерина Черепанова, Владислав Шелепов, Заурал онлайн.